Белорусского информбюро. Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Прейси-Шайлау, важным узлом коммуникации, сильным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии и заняли более 30 других населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Эльбинг, крупным узлом коммуникации и мощным опорным пунктом обороны немцев на правом берегу Вислы, прикрывающим подступы к Данцигской бухте. Севернее и северо-западнее города Шнайдемюль наши войска с боями заняли более 40 населенных пунктов. В Шнайдемюле и Познани продолжались бои по уничтожению окруженных гарнизонов противника. В западной части Будапешта наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона противника. На всех фронтах подбито 220 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях сбито 26 самолетов противника.